Множество мероприятий культурно-массовых прошло в нашем городе в 2016 году. Особо значимое из них – это был приезд наших друзей из Российской Федерации с города Жуковский. Очень замечательный был концерт. Планируем на этом не останавливаться, продолжать в таком же духе. Все наши культурно-массовые мероприятия не будут ограничиваться только нашим городом. Ждем гостей к нам, и, соответственно, наши коллективы будут выезжать и по территории республики, и в Российскую Федерацию. Хотелось бы поздравить всех жителей нашей республики с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством Христовым. Хотелось бы пожелать крепчайшего здоровья, чтобы Новый год принес только радости, успехи, и самое главное, чтобы было чистое небо над головой и праздник семейный, поэтому, чтобы всех в семьях всегда было все хорошо.